быстро умеете это собирать уже? Как закрытыми глазами. Как конструктор? Да. Для Юрия Мельник починить кран – задача 10-15 минут. С слесарем он работает уже много лет. Знает про сантехнику все. В Ленском автотранспортном предприятии трудится с 2013 года. В его обязанности входит ежедневный осмотр насосов, а также работа по заявкам. На наших плечах вся автобаза. Да. Так как мы работаем по одному, где-то что-то случится, мы в первых рядах. Сразу долаживаем начальству или начальство нам звонит. И это все оперативно устраняется. Также мы следим за насосами, за скважиной, мойка насоса, все обслуживание, это все входит в нашу вентиляцию. Все это под нашим контролем. Основное рабочее место Юрия – это сердце автобазы – паровая. Сюда поступает отопление с центральной котельной и распределяется по всей автобазе. Именно отсюда Юрий вместе с коллегами контролирует работу установки. Работа идет слаженно, когда чувствуешь себя как дома. У Юрия именно так, ведь рядом с ним трудится супруга Екатерина Мельник. Она уборщик служебных и производственных помещений Ленской автобазы. Вместе они уже 11 лет и воспитывают 4 детей. Видимся редко, хоть работаем в одной организации, приходим вместе, уходим по отдельности и практически не видимся. Работать вместе не тяжело, наоборот, чувствуешь себя одной командой, считает супруги Мельник. А такие крепкие семьи легко могут стать началом еще одной семейной династии предприятия. Марина Крутихина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».